Развивать экономику с помощью цифровых технологий – это одна из основных целей Кабмина. Владимир Гройсман пообщался с экспертами IT-рынка. К 2020 году правительство планирует создать новые рабочие места за счет развития цифровой экономики. Это, по словам главы правительства, увеличит конкурентоспособность Украины на мировом рынке. Мы будем запроваджувати новые современные технологии в развитие национальной экономики. Мы не можем сегодня представить себе будущую науку, освіту, охорону здоровья без цифровых технологий, без впровадження новых технологических решений. Хочу подкреслить, что уряд готовый спільно с вами приймати все необходимые решения, которые позволят каждому из вас быть успешными.